18 июля. Память священномученика Геннадия Здоровцева, священника. Геннадий Николаевич Здоровцев родился в 1868 году в семье священнослужителя. По окончании Ярославской духовной семинарии в 1888 году был назначен учителем Рыловского земского училища. В 1891 году Геннадий Николаевич был рукоположен во священника Успенской церкви села Шарна Любимского уезда. После этого он служил в различных храмах и преподавал закон Божий в церковно-приходских школах. Помимо этого, отец Геннадий нес много других церковных послушаний. В 1913 году за ревностное служение он был награжден наперстным крестом. После большевистского переворота 1917 года священник Геннадий Здоровцев был арестован и 18 июля 1918 года расстрелян.